привет, город Бердянск. Снова поговорим о Бердянске. Въезжаем в город Бердянск. Погода такая бердянская, настоящая, особо делать нечего, поэтому поговорим, есть время поговорить. Вот такое впечатление создается о Бердянске, человека, который первый раз проехал, или как вот живет здесь 100 лет, работал здесь, все знает. Вот не создается такое мнение, впечатление города, такого труженика, как город Мариуполь, Мелитополь, скрежет рельс, вагоны, товарняки, туда-сюда стук, все это работает. Ну, за исключением, конечно, порт. Порт продолжает работать. Такие аисты, краны клюют груз, грузится все это. Поэтому так далековато, его не видно, поэтому создается такое впечатление, что тихий, застенчивый, притаился под горой. Городочек скромный, ну вот как школьник на первом свидании, тихий. Ну это такое первое впечатление. Ну а если подъехать сюда так вечером, посмотреть выходные, ну это такой озорной мальчуган, пацан, братишка Одессы, лутовато-лукавый, со своим таким бердянско-петровским говорочком, что не отнять. Опять же девушки, ну красавицы, которых не видно нигде больше. Почему? Потому что, видите, очень много всяких народностей, национальностей. Украинцы, русские, белорусские, греки, болгары, молдаване, опять же, ромы. Вот ромы добавляют тоже изюминку. Посмотрите глаза бердянской девушки, это же такая глубина. Вот посмотрел, если понравилось, все, на всю жизнь это бесполезно сопротивляться. Лучше не смотреть. Опять же мужики, здоровые, крепкие парни, потому что он с 7 класса уже там крутится по морю, сетки, аханы, калканы, все это он знает, рыбинспекция его ловит, он понимает все, что, понимаете, какие пацаны? Поэтому вот такой Бердянск неожиданно открывается перед нашим взглядом. Что же дальше, посмотрим его, как он живет сегодня. Люди совершенно разные, со своими характерами, укладом жизни. Поэтому сказать так, что ну, гостеприимные, потому что в каждом доме сдам жилье, люди вежливые, вынуждены вежливые, может быть, даже для того, чтобы привлечь человека, который приехал отдохнуть, принес какую-то прибыль. Опять же, видите, как сказать, что ромы, не зря говорят, ой, мама, люблю цыгана Яна. А Ян есть такой действительно человек, вот проживает. Делает замечательные напитки. Прямо с арочного винограда добавляет туда воду. Сладкую воду здесь, на горе, прямо набирает ее бесплатно. Мы его непременно посетим, если он, конечно, дома. Бердянский порт, видим его по курсу прямо. Ну вот что сказать, такой уютный уголок. Не украшает, ну и не портит картинку города. Именно то, что нужно. Как будто он здесь и должен быть всегда. Вот его видно отсюда сверху, от костела. А дальше он так прячется. Сейчас будет потихонечку, как мы будем опускаться, и он будет потихонечку прятаться. Как будто уходить под воду. Порт спрятался, и мы сейчас будем уходить направо. Это район автовокзала. Будем уходить. Район Лиски. Район Лиски, Бердянск. Это, я говорю, что один из самых-самых колоритных районов города Бердянска. Раньше назывался Солдатская Слобода. Вот почему Лиски? Вот леса, видите, леса вроде бы мало, воды много, море прибрежный, бульвар морской, там нет, такое название не прижилось. А прижилось название Лиски, сохранилось до сих пор. Вот почему же так? Ну вот, если сказать изначально, это было с основания Бердянска, это была Солдатская Слобода. Здесь селились солдаты. И вот это был въезд в сам город. Вот начинался вот этого места, Лиски, где начиналось под горой. Это был въезд в город Бердянск. Ну все же таки, почему Лиски? Ну вот сейчас поговорим об этом. Есть всякие домыслы, легенды. Посмотрим. Вот каждый, видите, каждый там сантиметрик, миллиметрик вот этой земли, строительных участков, вот возле моря, ну, как драгметалл стоит на унции.
Я думаю, что вот мы смотрим сегодня, 2021 год, посмотрим, например, это зима, весной, уже будут крыши по-другому, три этажа, все это переделается, перестраивается, перекупается, очень пользуется район огромным спросом, такой вот оживленный курортный район. Замечательный район города Бердянска. Находится под горой, вот там вдали видите порт, видно порт, и от порта сюда идет пляж, прибрежная зона, это пляж. И такое расположение, видите, под горой, уютное расположение. Можно здесь, вот видите, опуститься сюда с горы или подняться на гору, на вверх, на Азмол. Специально есть такие лестницы поделаны. Я думаю, что мы их сейчас посмотрим. Вот они, я вам покажу с высоты полета чайки. Чайка не высоко летает, поэтому мы так посмотрим с вами. Вот такие вот лесенки, видите, сделаны, заботливо сделаны. Они комфортные. Гаражи примостились буквально так вот плотно-плотно такой вот лесенкой. Такими доминушками они расположились так. И вот сейчас мы посмотрим, что же за легенда, почему Лиски, почему такое название, почему оно сохранилось. Ну, значит, что легенда говорит? Легенда говорит о том, что... Ну, легенд масса, много всяких. О том, что жила действительно здесь такая бравая шинкарка, солдаты, моряки, рыбаки. Звали Лиска, торговала в шинке, продавала венцо, самогоночку. Была такая сердобольная хозяйка, такая вот бравая, все красавица. Поэтому к ней шли с удовольствием. Не только там за тем, чтобы выпить, а еще и полюбоваться на нее. Вот мостик, видите, такой не мостик, а такая лесенка. Вот такая лесенка, аккуратненько. Лесенка, летом по ней подняться, опуститься можно к самому морю водички. И вот такая шинкарочка была, она все, всем гостеприимно давала в долг выпить. Матросы, рыбаки все это дело любили, пили, потому что такой рискованный промысел у них. Поэтому сыскала такую славу, видите, как такой вот не жадной, не такой какой-то негативного персонажа, а именно положительный персонаж сохранился. В людях, люди это все дело помнят, до сих пор все вспоминают. Вот даже я спросил там такого рыбачка, старого, он на железном рынке торгует, там стоит всякими рыбацкими делами. Такой убеленный сединами, обветренный скала, такой ветром настоящий рыбак. Я его спрашиваю, а что, правда была такая вот Лиска, самогоночкой приторговывала, самогонщица такая? На районе жила на Лиске. Говорю, да как была? Что была? Что ты как была? Она сейчас там живет под горой. Был у нее буквально вчера, что не видел ее летом, ходит по берегу. Вот в районе второго пляжа на Лисках. Да, видел, точно видел. Наверное, все видели. Как же без такого персонажа не обходится, любой не обходится пляж. Вот Бердянск, образец этого. Я думаю, что есть такая Лиска, она до сих пор. И мы сейчас посмотрим, как же она выглядела. Вот район Лиски и такая замечательная девушка Лиска. Гроздь винограда. Девушка с виноградом. Вот посмотрите лицо. Ну как можно определить национальность? Настоящая бердянская девушка. Бусы там у нее такие вот, чтобы не сглазили ее. Подбоченила, стоит уверенная. Смотрит в сторону моря. Очень крепкие ноги. Ходить приходится много. Ботиночки. Корзиночка там, корзиночки. Венцо. Ну и, конечно, вязаночка таранушки. Азовской тарани. Ну как без нее? Без нее никак нельзя. Вот легенда увековечена на таком планшете. Лодочки, рыбаки, колобухи, которые с удовольствием захаживали к ней, чтобы перекинуть рюмочку вторую с благодарностью и с любовью. Видите, носочки там у нее все есть, косыночка, чтобы солнышко ее не припекало. Все-таки жарко, солнышко активное. Бердянские чаечки сопровождают ее. И вот она буквально сейчас выйдет на море, на пляж, шагнет на теплый песочек,
Вот. С чем же она собралась на море? Посмотрим на пляж, с чем пойдет. Вот у нее азовская тараночка. Посол Малосол. Хороший посол такой. Ну как, мы попробуем, как она. Да-да, хорошая, тверденькая. Отлично. Не коричневая, все четко. В корзинке венцо, настоящее домашнее венцо. И вот она отправляется на пляж. Пляж Лиски. И стоит, видите, повернулась к пляжу. Смотрит на свои владения. Ей пляж-то никуда не денется. Пляж-то пляж, ей владение ее надо. Что там у нее дома, смотрит. Замечательный памятник. Вот, сделан благодаря прекрасному человеку, народному мэру Шаповалову Евгению Ивановичу. Человек, который не обижал рыбаков, продавцов рыбы. И вот она стоит, посматривает на свои родные Лиски. А мы с вами говорим до свидания, Бердянску. Мы заглянули сюда на минуточку, чтобы познакомиться с такими замечательными местами. До свидания, Бердянск. Именно до свидания. Ненадолго расстаемся. Часто бываем здесь. Такое уютное гнездышко. Мы еще присоединились со своим таким небольшим обзором. Посмотрели его, показали вам. Прибавили его к миллионным просмотрам, миллионным обзорам города Бердянска. Я считаю, что Бердянск нужно показывать. Непочатый край. Каждое место, каждый уголочек такой вот неповторимый. Я думаю, что вот так как мы его увидели сегодня, мало кто видел, а может и видел. Поэтому канал Автотаг будет продолжать смотреть такие места. Всего вам замечательного, попутного ветра. Ваш канал Автотакт.